Па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мы будем снимать на фоне пупырки. Ура, 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 ура. Кто рад, напишите в комментариях ура. Или же мне в личку ВКонтакте. И, кстати, да. Я, наверное, буду сегодня снимать. Не наверное, а 100% буду. Я уже оделась, покушала. Мне осталось только заплестись. И ждать 12. Вот в 12 я спущусь к Соне. Она там оденется, все покушает, и мы пойдем за Полиной, потом мы пойдем на остановку и поедем в город. Вот, я вам все рассказала. А кто не знает, кто такая Соня, ну, это как бы моя подружка, да. Очень хорошая, очень близкая. Я бы даже ее могла назвать лучше. У меня вообще все друзья лучшие. Но вот если из сети друзей, то прям там их не так уж и много. Только один друг из сети, которого я никогда не видела. По-моему, Кукис понимает о ком я, да? Да? Ты же понимаешь, Кукис? Так вот, о чем это я? А, точно. Ну, Соня, вот я сейчас пришла к бабушке, она живет на 4-м этаже. И на 2-м этаже этого же дома живет Соня. Да, мы соседки. А Полина вообще в другой Панковке живет, она около школы нашей живет, так что вы увидите нашу школу, возможно. Возможно, я не знаю. Может быть, я не буду снимать дорогу до Полины, хотя буду. Кстати, у меня вопрос. Для LPS печеньки. Ты любишь брокколи? Просто интересно узнать. А еще также, ведь ты любишь грибы, ты любишь рыбу. Что из этого ты любишь? Ну, то есть, не что из этого, а... Любишь ли ты брокколи, грибы и рыбу? Я лично не люблю. Я вообще ни одного из этих продуктов не люблю. Нет, я люблю только брокколи, вот. А рыбу и грибы я не люблю. Вот, а еще не люблю печенку, да. Ну, так вот, напиши, что ты там любишь, что не любишь. Вернее, сними видео, сними. Кстати, да. Сижу. Ладно, продолжим снимать. Мама, come on. Ой, я сейчас вам кое-что покажу. Где, когда я вижу красивое место, я фоткаю LPS. Это сказала Кукис. Офигенно красивое место. Надо сфоткать тут LPS. Надо сфоткать. Нет, надо сфоткать. Это же офигенно красивое место. Все, щелкнуло. Так. Шикарно. Кто не понял, холодильник — это священно красивое место. Да, это шапка. Ну, короче, я просто не знаю, что мне делать. Я мою какой-то. Да, точно. Кукис, алло. Ты тег не передала. Реально, передай кому-нибудь тег, потому что, ну, люди, наверное, ждут, чтобы этот тег прошел дальше. Ты, наверное, просто забыл. Я на тебя не давлю, но правда, передай лучше так. Например, там ванильки, да? Я же так назвать или как там? Прости, если я ошиблась. Например, ей передай. Потому что LPS слэшику я уже тоже передала. То есть я двум человекам, людям передала. Ой, вот можешь передать мне шкирулит, если хочешь. Ну, в общем, короче, все.